27 апреля юго-западнее города Пилау войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление на косе Фришнерун, продвинулись вперед до 10 километров. В боях за 26 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 3000 немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и с запада рассекли фронт немецких войск, и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах Германии. До 27 апреля на всех фронтах подбиты и уничтожено 170 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника.